Поклонный крест установили на республиканской дороге Яна. Мемориал возвели в память о заключенных автодорожниках, бывших узниках ГУЛАГа в 138 километрах от федеральной трассы Колыма. С подробностями наши корреспонденты. В 2015 году группой компаний «Глобал» из города Хабаровск было принято решение об установке поклонного креста на 138 километре от Колымской трассы на республиканской дороге Яна возле сохранившегося барака одного из лагерей Янстроя. В церемонии установки поклонного креста приняли участие глава Тампонского района, председатель райсовета, глава муниципального образования Тампонский Эвенский национальный наслед и молодая семья оленеводов. Это важнейшая дорога, которая соединяет Батагай, Хандага и далее на федеральную трассу на Якутск. Без этой дороги, конечно, практически невозможна была бы жизнь в этом районе оленеводов, коренных жителей. Отрадно, что заходя в Тампонский район для разработки месторождений, руководство компании начинает с благого дела. Нина Ханарова, Андрей Сокор, Мария Винокурова, НВК Саха, Тампонский Улус.